Чили все еще далека от выпуска собственной криптовалюты. Как сообщает CoinDesk, глава Нацбанка Чили Марио Марсель выступил с речью 29 июля в Великобритании. В своей речи он затронул тему использования блокчейна и технологий распределенного реестра в финансовом секторе. Он пояснил, что хотя создание цифровой валюты представляется выгодным, все же запуск такой валюты может занять много времени. С учетом технических проблем для этого могут потребоваться годы. Как известно, некоторые другие страны, такие как Англия и Канада, уже выпустили собственные криптовалюты.